Надо сохранить патроны, иначе я просрусь. Всем хай, с вами Юджин, и сегодня мы продолжаем с вами играть в Resident Evil DLC «Не герой», где крыс Редфилд будет покорять подземелье. И, в общем, он, да, данж зачистит сейчас прям на ваших глазах и финального босса убьет, и весь лут себе загребет. Понеслась. Вспоминаем, мы были вот здесь, в этой части. Там мы победили, ну не победили, а удрали от огромного жирного монстра, который, я так понимаю, будет нашим финальным боссом. Мы его замочим где-нибудь, не знаю, где-нибудь вот, например, здесь, за этой зеленой дверью. Каким-то образом они отличаются по какой-то причине. Почему? Это красная, это зеленая. Это игра Лукаса. Но, конечно же, Лукас играть со мной вздумал, но не тут-то было. Что ж, давайте открываем дверь. Она, надеюсь, открыта. Да, мы можем туда пойти. И, кстати говоря, на нашей бомбе, да, на нашей руке бомба. И мы скоро лишимся нашей левой ручки. Вот это будет полный отстой. Так, что у нас здесь? У нас с вами две гранаты, один нож, пистолет. Патронов необычайно мало. Уф-уф-уф-уф. Нет-нет-нет, спасибо. Нет, спасибо. А, ну здесь, конечно же, нам понадобится ключ. Ладно, тогда ныряем в вонючую комнатку. Опа, здесь труп лежит. Какого фига? Мистер Труп? Что я сделал себе? Что я... Что я себе сейчас сделал? Что я себе сейчас сделал? Я воткнул себе шприц, хотя вообще это не нужно было делать. Ай, фа, какой отстой, какой отстой сейчас. Я, наверное, на Си нажал, да. И это шприц. Блин, я просрал себе просто так. Вот отстой. Что тут у нас? Здесь у нас тупик. Хорошо, присесть. Вот, здесь трупов сложно. Офигеть. Воу! Воу-воу-воу-воу-воу-воу, мистер! Мистер уродец встал! С ним мы, в принципе, быстро должны справиться. Да почему он нагибается, когда я целюсь? Кстати, ты... Ты не похож... Не похож совсем. А! Погодите. Ему пофигу. Короче, цель не пострадала. Хорошо, высокая регенерация, я понял. Тогда выходи, бро. Упс. Я, кажется, понял, что мы с ним ничего не сделаем. Как же нам быть? Он будет постоянно здесь спауниться, и мне придется... Подожди, а что вот это за штучки такие? Нет, ничего. Это нифига. Мы ничего не можем сделать с ним. Это какой-то другой уродец. Не как тот жирный, но тоже его нельзя покоцать своими патрончиками. Надо что-то другое делать. Да, возможно, какие-то шприцы им втыкать, чтобы они мутировали в безопасных, добрых щенят. Милых таких. Щенят, допустим, не знаю, шпицев. Вот если так, то это имеет смысл. Это хорошая тактика, я считаю. Что это? Граната, оглушающая граната. Это, кстати, прикольно. Так, мы что-то еще можем здесь подобрать. Монетка, зашибись. Если что... Фак-фак-фак-фак-фак-фак-фак! Ну как же мне... Там, по-моему, налево еще можно как-то пойти будет. Черт. И вот ничего с ним не сделать. Ну вот... Подонок будет идти, да, на меня сейчас? Погодите, он исчез. О! Хорошо, хорошо, хорошо. Значит, здесь у нас также заперто. Гребаный Лукас. Он здесь много времени потратил, да, строя, конструируя все вот эти вот великие ловушки в стиле пилы. Он пилы насмотрелся по-любому. Вот здесь. А, блин, да что ж такое, как... Как долго нам нужно идти здесь? Ну нет, ну нет! Я пошел отсюда. Где он? Он исчез? Он исчез, молодец. Хорошо. Что тут? Требуется прибор ночного видения. Понятненько, понятненько. И здесь тоже, да? А, нет, здесь не надо. Блин. Что? Прибор ночного видения. Прикольно. Документы.
Как их зачитать? Прибор ночного видения. Прибор добавляет функцию ночного видения оптическому шлему Umbrella. Интенсификация изображения обеспечивает лучшую видимость при слабом освещении. Кроме того, прибор детектирует невидимое излучение, например, инфракрасное. Угу. Хорошо, а сзади ничего не написано. Далее у нас здесь есть антирегенерационные пули. Вот оно! Пули мицетотоксичные, быстрого действия, сокращенное ПУМБД. Я ему пумбда всажу. Предназначены специально для уничтожения биологического оружия на основе грибов. При поражении пули выделяют токсин, который быстро уничтожает мембраны грибных клеток и блокирует восстановление потерянных тканей. Уже после одного выстрела начинают действовать обычные методы атаки. Крутяк! Итак, пумбы! Пумб должны быть эффективны против белых монстров. Окей. Погодите. Погодите. О, шприц, отлично. А как мне понять, сколько у меня пумбд? Вот они, да? У меня их 3 штучки всего. И сейчас пистолет ими и заряжен, по-моему. Нет, сейчас он заряжен обычными. На G мы будем пумбды. Ясно. Патроны для этого. Ага. Идем. О нет, угроза заражения, угроза заражения. Так, началось. Ни хрена не видно, очень плохой. А, вот теперь видно как-то. Ну теперь нормально, блин. Хорошо, давайте сразу на пумбды поставим. Погодите. А, вот, нам туда нужно прямо вниз. Так, инъектор, зашибись, зашибись. О, блин, я что-то совсем не хочу туда идти. А, я уже упал. Как так? Я не хотел туда падать. О, боже мой. О, боже мой, сколько всякой жижи неприятной. Ага. Рычажочек, давай вниз. Я не знаю, что это дает. Нам нужно угадать, какие позиции должны быть. Хорошо, это, видимо, загадка. Необычайной сложности. Знаете, по сравнению с этой загадкой, все загадки из Silent Hill кажутся дерьмом детским. Оф, 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 оф. Хорошо. Ага, спасибо. Спасибо. Вверх, вниз, вверх. Так, мы это можем вызвать? Нет энергии, ну понятно. Вверх, вниз, вверх. Главное не обдуманно не стрелять. Потому что всего 3 таких патрона. Вверх. Такие тугие рычаги, боже мой. Окей, вот оно и должно быть. Оно работает. Прибор больше не нужен. Ну ладно. О, что это за говно маленькое? Стоп, 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 стоп. Меняем патроны. Фу, фу. Это как фейсхагеры из чужих. Бить, прям чисто. Да что такое? Да блин, я не могу. Вот, наконец-то я смог убить. Как трудно. Он мне заляпал все стекло. Маленький засранец. Так, у меня 3 инъектора. Вот это отлично. Еще 2. Какие вы уроды. Еще один. Да блин, еще сзади. Убить. Убить, отродье мерзкое. Ты не должно жить. Черт меня дери. Я вас всех на шампур насажу. Нет. Нет. Нет, фу-фу-фу, слишком омерзительно, чтобы сражаться с этим. Скорее, Лив! Их будет бесконечно много, я предчувствую. Давай, 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 давай. Напнул мне! Нет! Фу-фу-фу, не целуй меня! Я не буду здесь находиться с вами, я ухожу. Все, все. Лив только на одного. Фу. Что? Кто это сделал? Ух, ладно, мы справились с ними. Пистолет! Я не хочу с ним сражаться, с ними очень трудно сражаться. Блин, вот она стоит. Пожалуйста, Рит, вернись. Все, он меня задетектил. Так, присели, встали. Мы его сейчас...
Он сейчас вообще запутается. Блин, нет, нифига он не запутался. Где? Скорее. Да почему? Он еще и маневренный такой. Умри. Слушай, я не понимаю, меня коцают, но не коцают. Или коцают. А, коцают, да. Еще одна деревянная монета. Древняя, точнее, монета. Древняя, да. Окей, кажется, это оно. Ты белый? Я не то чтобы... Я не расист, не подумай. Но просто против тебя действует только это. Опа, он упал. Давайте пинать его. Погодите, но сказали же, что надо это всадить, чтобы отменить его регенерацию, и только потом дубасить. Мне кажется, я допустил ошибку, я лоханулся. Вот что нам надо делать. Нам нужно будет на жердяя применить это. Надо сохранить патроны, иначе я просрусь. Ну так нельзя делать. Чтобы сели. Не работает. Ладно, как же быть-то? А, вот так. Я понял, надо идти бесшумно, да? Ага, здесь нельзя шумов никаких издавать. Тихо, тихо, тихо. Стреляй, правильно, правильно, правильно. Убить их, правильно. Убить их. Фух, какая у меня выдержка. Я до последнего не стал их убивать. И не стал убегать, хотя был порыв. Был порыв, честно вам хочу сказать. Всего 8 патронов у меня. Ну что за гибель? Ладно, мы можем использовать эти турели. Очень удобно. Встаем. Мицуки. Что это за морг такой? Так много людей здесь погибло. Ужас. Хотя, возможно, они не здесь погибли. Возможно, они уже сюда были принесены мертвыми. Это подземелье страданий, боли. Я не хочу быть здесь. Почему? Почему я не пошел работать в офис, как мой папа? Сидел бы сейчас, отчеты на стол клал своему начальству. Вот этим заниматься, я не знаю, как можно хотеть такой работы. Ну никак, ребят. У, ребята, как синхронно встали. Вам нужно идти в синхронное плавание. Ладно, пойдемте. Я должен с вами поработать. Вот в этой комнате. Пройдемте сюда. Здесь поговорим. Или нет. Не понял я. А! Там турели. А, вот здесь. Слушайте, так много здесь ходов всяких. Я не понимаю, как я вообще вернусь. У-у-у-у. Хорошо, если в ту сторону пойти. О, блин! Они идут. Они идут. Пора присесть. Сюда, братья мои, сюда. Вот там будет комната переговоров. Турель, давай, ты знаешь, что делать. А, хорошо, хорошо, напуляли. Второй придет? Где твой друг? Хорошо, он не стал идти сюда. Ну, ладно. Почему он не исчезает? Они же вроде должны исчезать. Окей, ладно. Че сюда припер? Че я... Тут вообще нечего делать. А, нам надо туда идти. Ладушки. Побежали. Необычайно большие туннели. Долгие, такие длинные. И одинаковые до безумия. Так, здесь можно что взять? У! У! Это белый! Я не хочу тратить на тебя патроны. У меня всего 3 пумбы. 2 даже осталось. Давай, ты знаешь, что делать. Хотя я не уверен, что это сработает. О! Он исчез? Хорошо, и тут эти двое идут. Блин, что-то их очень много и повсюду. Так, упал. Упал позорно.
второй. Молодца. Ладно, побежали. Мне кажется, мне туда нужно идти. Раз там был белый чувак, значит он... Значит, он придет снова. Ну зачем? Что ты тут? Я пошел, короче. Нужно каким-то образом обойти его. Черт, ты побрал, блин, как все это нудно. И здесь, да, с этой стороны тоже будет опять. По-моему, он исчез. Ч-ч-ч-ч, горячись. Турель, я же твой друг. В рот, он всегда будет здесь. Он будет всегда здесь. И эти будут... Ну, я так понимаю, с тобой по-другому никак не получится, да? О! У-у-у! Ты что сзади подходишь ко мне? Так, ладно. С тобой по-другому, видимо, никак нельзя. Давай. Убей его. Да. Ты что так выскакиваешь? Он, наверное, типа хотел сюрприз мне сделать. Хорошо, все. Погибли, погибли. Смерть доставлена. Крис Редфилд, срочная доставка погибели. Ну, пожалуйста, ну все, ну все, ну вот... Быстрее, короче, идем отсюда. Опа, красная бочка. Скорее всего, она будет взрываться. Если я вдруг выстрелю мне... Слушай, ну я не могу, ну неужели с меня сейчас всех патроны из меня высосут, эти пумбды? Самые крутые. С одного удара. Что это за... Какой-то взрывной пузырь ходячий. Нет. Сюда. Это опять белый. Брать, 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 брать. Пошел ты, пошел ты, пошел ты. Выбора нет, ребят, я хочу жить. Сильные руки, да вы что, издеваетесь? Хватит вилять головой своей. Да я не могу. Почему они виляют только, когда я собираюсь в них стрелять? Я ему руку отстрелил. Вот смотрите. Они как будто знают, они предвидят мои действия. Пошел! Пошел, пошел. Что это? Какой-то... А, это отмычечка. Хорошо. Хорошо, хорошо. Так, далее, побежали. Господи. Да господи. Как-то так, ребят, как-то так. Ладно, сейчас я вас наступлю. Вам на жизнь. Прямо на жизнь. Да вы что, издеваетесь? Да что это такое? Что это такое? Вы что? Просто вынесите вас, вынесите вас. Как мусор бесполезный. Ну это слишком. Из меня просто высасывают все патроны, друзья. Погодите, я дошел? Кто дизайнил этот уровень? Кто? Он просто... Так тупо было сейчас, на самом деле. Очень бесивный момент. То, что ничего не меняется, ты просто идешь по каким-то коридорам вонючим. И эта вонючесть никакой угрозы тебе не представляет. Она просто есть, лишь бы быть. Ну, согласитесь, это тупо. Какой смысл этой механики, если ты все равно можешь дышать спокойно? Оу. Оу. Погодите. Погодите. Ладно, хорошо, отмычка. Не подходит к этому замку. Погодите, я что, пробежал здесь просто так? 20 минут я бегал там просто так. Это типа троллинг такой, да? Это Лукас меня затраллил.
Ну ладно, я не знаю, может быть. Может быть, я там включил электроэнергию, я не знаю. Давайте сохранимся. Ладно, пойдемте вот в эту дверь теперь. Я не знаю, что здесь нас ждет. Стоп, а я ходил сюда? А, да, тут магазин. Но у меня все равно только две монетки, так что пофигу. Ну, окей, пойдемте в эту сторону. Что, вы погибли? Каким образом? Давайте попробуем еще раз туда зайти. Что же произошло? Что-то взорвалось. Что-то нас убило внезапно. Может быть, растяжка? О, смотрите. Хорошо, здесь есть патрончики. Здесь. Опа, еще монетка. Теперь у нас три монетки, мы можем приобрести какие-нибудь крутые штуки. И все же, от чего я взорвался? Наверное, вот эти панели. Панели взрывные. Хорошо. Окей, а это что такое? Отмычка. А, ну в принципе я туда сходил, в тот лабиринт, лишь бы получить прибор ночного видения, да, и отмычку, видимо. А что я взял здесь? Я не знаю. Я ничего не понимаю. Ладно, пойдемте. Мне кажется, здесь я могу просто вот так проползти. Ад! Замечательно. Здесь все просто. Стоп, это что такое? Ах ты, мерзавец. Вообще не видно практически этого провода. Так, здесь у нас it's okay. Хорошо. Что это такое? Что это за кульки скотчем залеплены? Да, типа... Такая избитая штука. Просто пошел и взорвался рядом со мной. Ну, за... ладно. Так, здесь заперто с другой стороны. Даже не представляю, как можно было бы тут среагировать. Вот эта штука с тележкой, да, которая освобождает тебе проход, очень избита. Тем более, не понимаю, как надо было толкнуть тележку, с какой силой, чтобы она сломала вот эти вот толстенные бревна. Опа, еще одна телега. Опа. Погодите, я не буду попадаться ему в поле зрения. Мне кажется, это... какая-то ловушка. Наверняка, по-любому. Это можно толкать. А, здесь загадки. Прикольно. Прикольно, загадки с этими вагонетками. Итак, чтобы воспользоваться. Если мы толкнем вот это, она просто ударится в стенку, и ничего мы сделать не сможем. Нам нужно вот сюда. Давай, супер сила. Супер сила. Понял. Все. Вот, и тут мы заблочим себе, получается, проход. Конечно же, назад мы не сможем уже вытянуть, ведь это физически невозможно, ребят. Так, хорошо. Ну что ж, пойдемте. Посмотрим, что там нам уготовил этот чувак. Этот игрун. А, дверь. Здесь дверь. Хорошо. Почему-то вот эти вот все двери закрыты всегда. Какой-то здесь бонус, да? Ты можешь найти что-то. Я не знаю, как тут все устроено. Оу. Смотрите, тот чувак, я его помню. Ну, это не чувак, это просто кукла, которая механическая, двигается. И патроны. Еще что-то. Жижа какую-то слышал. Или это, возможно, я на что-то наступил. Да, тут полно жижи, блин. Ну, а, погодите, мы можем, наверное, так... А, нет, мы не можем открыть.
Еще одна монета. Ну что ж, давайте пообщаемся с мистером Клоуном. Ключ с изображением клоуна. И тогда мы сможем открывать все вот эти двери, понятно. Хорошо, мы взяли. Что он написал? Как будто мне есть до этого дело. А! Как я попал? Как я попал? Я просто снес ему голову два раза чисто на стреме. Ууу, нифига это я сделал. О! О! Нет! Отродье мерзкое! Погодите, погоди, 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 я просто... Давай, 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 убей его! А, все, я убил. Оп! Офигеть, он меня напугал. Кстати, у меня там еще два патрона есть. У меня еще два крутых патрона есть. Пубды. Пубды. Твою налево! Ты белый? Да, 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 как раз для тебя. Ну. Да, одного достаточно. Какого? Черт, 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 черт! Все, 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 все. Нормуль? Нормуль! Побежали к клоуну в гости. Итак, ключ клоуна взял. И отворил мне дверь. Давай, открывай. О май гад. О май гад. О, блин. О, блин. Тут, наверное, камера, да, повсюду наблюдает за тем, как мы играем. Его безумные игры. Вот это понтово. Чувствую себя суперагентом. В принципе, я и есть суперагент. Окей, мы это прошли. Эй, you okay? Hey, это... Держись, I'm я coming. Иду. Это кому я говорю? А! Вон он лежит. А это было в первом Half-Life, помните? Такая же комната была. Что не заденешь, везде будет попа. Ладно, давайте попробуем. Блин, ну это же очевидно, что если я подойду к нему, я угожу в ловушку. Это так очевидно. Я не знаю, мне кажется, что люди, которые вот там вот лежат, они уже все, покойники. Это же очевидно, он не даст нам возможность выиграть. Какой смысл? Опа. Что-то я взял, я даже не увидел, что я взял. Не посмотрел. Ну, не посмотрел, я... Бро! Стэнли! Стэнли, ты жив? Стэнли! Так, я встал опасно как-то. Стэнли! Маркез? А, Маркес, прости. Эй, зря ты так, Крис, старина! Что за... Пора помирать, Крис! Фак! Твою мать! Что, что, что мы делаем? Что мы делаем? Что происходит? Нифига себе. Бо-бо мне сделали. А, я погиб. Я погиб по-настоящему. То есть, то, что я говорил, я просто думал, что это неизбежно. Эй, hey, you okay? Я думал, это неизбежно. Там будет как бы кат-сцена. И все. А оказывается, нет. Оказывается, я должен что-то другое придумать. Тогда здесь надо будет постараться. Давайте постараемся. И придумаем что-нибудь. Мы можем пойти вон туда. Что это? Патроны для дробаща. Прикольно, 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 прикольно. Так. Стэнли, прости, я в другую сторону. Ай, Мартинес. Мартинес, да? Мартинес, да. Так тебя зовут. Так. Окей. Окей, что здесь? А, рычаг. Скорее всего, это тоже, да, ловушка. А, мы все отключили. Надо понять, есть ли какая-нибудь опасность. Все не так просто. А, ладно, пофигу, идем. Я не могу здесь пройти по каким-то причинам. Ладно. Тогда пойдемте здесь. Стоп, а тут есть какой-нибудь прикольный... Не бросайте товарища!
Погоди, не бросать. Да я и не собирался, ладно, что ты там, Мартинес, что ты боишься? Я не собирался тебя бросать, конечно же. А он мертв, да, наверное, нет. Эй. Эй. Эй, you still with us? Ты еще с нами? Да, это ты. Thanks. Спасибо. Я уж было решил, что нас тут бросили. Нет, бро, все в порядке. Я здесь с тобой. Кстати, мы сдохли здесь уже. Ты просто не знаешь, я там типа загрузился. Последнее сохранение загрузил. Но ты все равно не поймешь. Ведь ты не главный герой этой истории. Этот Лукас просто псих. Даже не знаю, кто хуже, он или эти твари. Ты сейчас умрешь, потому что ты первый пошел. Ух ты, смотрите, у нас теперь есть напарник. Гляди-ка, мы можем подняться. О, нет. Ничего себе шуточки. Ай, сука, убери это от меня. Не подходи лучше ко мне. Ты в порядке? Скажи что-нибудь, сколько я пистолетов показываю? Не знаю, как тебе, Кристофер, а мне до смерти надоели эти игры. Лукас, три человека. Из-за тебя погибли трое моих солдат. Сейчас я положу этому конец. А я так не думаю. Через минуту мертвых солдат будет четверо. У тебя ничего не получится. А потом ты умрешь. Фига, он подключился прям к моей. Окей. Так, у нас тут проблема. Крис, мы в курсе. Вернись в центральную пещеру и жди дальнейших инструкций. Не подведи меня. А? Скорей. Блин, это прикольно. Вот это интересно, так, быстрей. Да-да-да, растяжки. Черт меня дери. Сами напоритесь на них. Ладно, ты не напоришься. Но ты просто упади. Скорее, скорее, скорее. Оу! Да какого хрена? Ладно, ты можешь меня пнуть разок, но только разок. Ну или не надо. Окей, здесь панели, не забываем про них. О, жирный, 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 жирный. Скорей! Скорей! Открывай! О май гад! Хорошая новость, Крис. На видеозаписи первого отряда сделаны неподалеку видны емкости с жидким азотом. Попробуй обезвредить бомбу, заморозив ее. Где эти емкости? В складской зоне на рабочем участке. Пройди через красную задвижную дверь. Красную? Так я ж там был. Окей, неважно, я иду. Так мне же сказали, минута. Слушай, у меня нет на тебя времени, просто нету, бро. И на тебя тоже. Куда? Сюда ведь, да? Я не знаю. Ну да, 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 там же была дверь тоже, это клоунская. Окей. Гоу, 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 гоу. Сюда типа... Нет. Осталось 6 секунд, я умираю. А, нет, 8. 8 минут осталось. Черт! Слушай, мне кажется, я тебя смогу обойти. Да. Да, да, да. Ой-ой-ой-ой. Черт меня дери! Как вас здесь много! В дверь! Скорее, скорее, скорее. Вообще не до вас, ребят. Я бы с удовольствием, конечно же. Так, лузкая дверь. Открыть! А! Нет! 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 О май гад! Я промахнулся! Можно было просто оббежать, а я промахнулся. Скорее, жидкий азот! Я взял? Я взял. Жидкий азот? А находится за этим помещением. Окей, я бегу. Ой, знала бы ты, как мне страшно за свою шкуру. Ой-ой-ой-ой. А! Ну, конечно. Так. Ой, жирный, жирный, да? Боже мой, боже, 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 боже мой. Как мне подняться наверх? А! Да у меня нету, к сожалению, патрона. Я его упустил. Нет, есть. Нет, есть. Хорош.
Давай, боль. О! Все, я могу его коцать, да? А, блин, да и он тоже меня нормально так коцает. Встать и ширнуться! Молодец! Окей. Да нет! Он меня просто сбивает, как сюмоист. Давай. Гранату кинуть! Подохните. 5-6 минут. Давай. Скорее, подойти, пока блюет сзади. Сзади! Вставить ему что-нибудь опасное в заднее место. Ну, господи. Нет. Ладно, у меня, благо, много патронов. Я ведь куцу его, скажите, пожалуйста. Да чтоб тебя! Так. Встать, ширнуться! Отлично. Да сволочь, зачем же пригнулся? Так. Черт. Боже мой. Как же вас много. Ты еще жив? Боже мой. Да нет. Он в любом случае меня будет догонять. Пожалуйста. Фу. Ух, какой он мерзкий. Ладно, давайте попробуем еще один патрон такой ему. Наверное, это я зря, да? Ладно. Так, давайте еще одну гранату кинем под него. И под него маленький детишек. О, орет. Орет знатно, как будто больно. Нет. Быстрей. Вот что надо было сделать. Надо было ударить его прямо вот в эту штучечку вонючую. Следовало догадаться. Тихо. Вы что, и прикалываете, что ли? Ой, как много! Нет! Не смей меня пинать! О, как-то мимо меня пробежал. Черт! Нет! Слушай, ну уже... Преклони колено, ну уже! Черт. Есть! Давай. Да, хорошо. 3 минуты осталось. Конечно же, я не мог этого сразу сделать. Окей. Побежали. Окей, где азот? Вот здесь. А, боги. Налево или сюда? Наверное, сюда. Стоп! Я был здесь! Я возвращаюсь просто обратно, чуть не уехал, дурак. Где-то здесь он должен быть, прям вот тут. Может быть... А, ну вон он. Упси-дупси. Чуть не стоило мне это руки. Ну попробуем. А как же? Как же сама рука? Получилось. Сними бомбу, пока не оттаяла, а то перезапустится. Есть. Черт. Фу. Ты, Крис, все нормально? Да, нормально. Ну что, Лукас, остались ты да я. А куда?
Крис, за Лукас? Лукас? Возможно, попробуй туда. Короче, ладно. Сейчас проберемся туда. У нас все получится. Окей. Я вообще, практически все патроны из меня высосали. Ну как так? Ну как? Что-то здесь изменилось? Не, все нормально, по-моему. Сейвка. Сможет ли Крис добраться до Лукаса, а главное, подружатся ли они наконец? Узнаем в следующей серии. Огромное спасибо, ребят, что смотрели. Оставайтесь со мной и увидите много интересного. Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь, вступайте в группу ВКонтакте и в Стиме. Все ссылки будут в описании под видео. С вами был Юджин, это вот он я. И как насчет того, чтобы дать друг другу супер смачную, добрую, дружескую петюлю? А? Вы готовы? Раз, два, три и пять!